Эти ребята прошли отборочный тур в Москве больше года тому назад. С тех пор они ждут, пока освободятся места в телевизионном клубе знатоков. А пока с успехом тренируют себя в городских соревнованиях. Самые трудности у нас были, конечно, когда мы отбирали здесь в Днепропетровске, проходили отбор. И потом в Москве, значит, на передаче «Что, где, когда» достаточно жестокий отбор, значит, мы прошли. Но это было год назад, с тех пор мы... Скажем, у нас целый год было для тренировки, мы смогли... Сидим и ждем. Да, более-менее подготовиться, я думаю, мы смогли не хуже выступить, чем московский клуб. Я хочу сказать, что мы уже год действительно ожидаем возможности сыграть. Готовимся регулярно. Думаем, что мы выступим не хуже, может быть, и лучше, чем московские шестерки, которые мы, конечно, уважаем, потому что они выигрывают. Но нам бы хотелось попробовать. У нас уже один человек был студентом, когда попал, а сейчас уже стал не студентом, он уже работает. У нас есть опасения, что пока мы выйдем на игру, так у Кармазина еще две дочки родятся. Уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые гости клуба «Что, где, когда». Добрый вечер, уважаемые знатоки. Вы знаете, что две первые встречи сезона 1983 года знатоки проиграли. 18 членов клуба «Что, где, когда» потеряли свои игровые билеты. Эти билеты были переданы новичкам. Разрешите от вашего имени поздравить новичков со вступлением в клуб «Что, где, когда». Сегодня состоится третья игра сезона 1983 года. Напоминаю, что победившей считается команда, первая набравшая 6 очков. Если победит команда знатоков, то знатоки продолжают соревнования. А если победит команда телезрителей,
то все знатоки, участвующие сегодня в игре, потеряют свои игровые билеты, и эти билеты будут переданы новым членам клуба «Что, где, когда». Внимание! На третью игру сезона 1983 года клуб «Что, где, когда» выставил команду в следующем составе. Владимир Кармазин, Днепропетровск, номер 10. Александр Рубин, Днепропетровск, номер 11. Елена Димитровская, Днепропетровск, номер 12. Борис Бородин, Днепропетровск, номер 28. Ирина Чиненова, Киев, номер 29. Ян Валетов, Днепропетровск, номер 30. Тройка старых, опытных членов клуба «Что, где, когда». Тройка Николая Силантьева. Николай Силантьев, город Калинин, номер 31. Виктория Кравченко, Харьков, номер 32. Николай Пестов, Москва, номер 33. Капитан играющей команды Владимир Кармазин, Днепропетровск. Играющую команду прошу занять свои места. Внимание! Начинаем третью игру сезона 1983 года. Телезрители против знатоков. Счет 0-0. Первый раунд. Сектор номер 47. Внимание! Внимание! Против знатоков играет домохозяйка из города Одессы, да. Людмила Алексеевна Леонова. Речь пойдет о замечательном человеке. В один прекрасный день этот человек стал близким другом композитора Антонио Сальери, того самого Сальери. В другой день он основал французский банк. В другой день построил первый во Франции водопровод. В другой день создал проект Суэцкого и Панамского каналов. В другой день изобрел метод превращения торфа в каменный уголь. В другой день окончил вместе с братьями Монгольфье первые летательные аппараты. Выдающийся музыкант, комиссар Французской Республики, ну, по крайней мере, один день которого знают все. Итак, кто этот человек? Так, ребят, музыкант, комиссар Французской Республики. Один день которого знают все. Один день которого знают все. Подожди, Марсельеза была записана в одну ночь, во-первых. Марсельеза была записана в одну ночь. Автор. Так, Монгольфье, это 1780 какой-то год. Французская революция. Сальери. Подождите, о чем? Музыкант. Основная профессия музыканта у вас останавливается? Музыкант. Основная профессия музыканта? Нет. Да? Выдающийся музыкант. А что, кроме Робеспьера или Марата, ничего подождите, больше нет? Подождите, что Робеспьер, выдающийся музыкант? Суэцкий канал, Суэцкий проект, канал, водопровод. Французский банк кто основал? Ну, в общем, это могли быть деяния Марата. Один день. Марат. Робеспьер, Марат, это не один. Это процесс. Ребят, какой день есть, ребят?
А что за день могли знать все? Ребята, термидор. Дядя Бастилии. Термидора, вот это термидора. Кого убили? По-моему, это автор. Ну что, оставляем Робеспьера? Или нет? Прошу прощения. Мы ждем ответ Клуба знатоков. Тогда Ян, отвечай. Не может. Значит, наше мнение тогда, что это был Робеспьер. Вы считаете, что это Робеспьер? И какой же день этого человека знают все? День его смерти. День его смерти. А ваше мнение какое? День 25, день его смерти. День его смерти. Знаете, я лично не знаю. Один день этого человека, о котором шла речь, действительно знают все, потому что это поистине безумный день. Безумный день или женитьба Фигаро, Пьер Агюст Бомарше. Сейчас становится 1-0 в пользу телезрителей. А приз отправляется в город Одессу. Смотрите, интересная тактика у капитана Кармазина. С самого начала игры он на скамье запасных. И это несмотря на неудачу в первом раунде. Продолжаем игру. Второй раунд. Сектор номер 5. Вызов знатокам бросает студент Новосибирского строительного института Алексей Степанов. Внимание, включаем Новосибирск. Я Алексей Степанов из города Новосибирска. Сейчас я вам прочту известный монолог, опустив при этом начальные строки. Итак, внимание. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Итак, вы должны вспомнить начальные строки этого монолога. Если еще не вспомнили, подумайте одну минуту. Какими словами начинается этот монолог? Минута. Что это, ребята? Что это? Это похоже, я хотел забыться и заснуть. Забыться и заснуть, уснуть и видеть сны. Нет, ну это Лермонтов. Лермонтов? Я хочу забыться и заснуть, это Лермонтов. Нет, это не просто не что. Достойно ли смиряться? Нет. А не смиряться? Удары судьбы. Стоп, ребята, может быть, это Гамлет? Это Шекспир. Не Шекспир, это Гамлет. По стилю очень похоже, но какие там первые строчки были? Быть или не быть, вот сейчас попробуем. Быть или не быть, достойно.
Мы решили, что это из известного монолога Гамлета, из одноименной трагедии Шекспира. А теперь я вас слушаю. Мы решили, что этот монолог известного... Не волнуйтесь, пожалуйста. Известного героя Шекспира Гамлета. И начинается он словами «быть или не быть». Вот в чем вопрос, достойно ли смиряться под ударами судьбы. Итак, вы считаете, что это Шекспир, Гамлет, быть или не быть? Да. На самом деле это Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 1, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Счет выравнивается. 1-1. Вот сейчас встал Борис Бородин. Справедливости ради надо сказать, что именно он первый подал правильную мысль. Я попрошу сейчас повторить этот момент. Стоп, ребята, может быть, это Гамлет? Это Шекспир. Не Шекспир, это Гамлет. Борис Бородин, новый член клуба «Знатоков». Третий раунд. Сектор номер 3. В игру вступает город Нижний Тагил. Ирина Николаевна Спицына. Вы знаете, Ирина Николаевна постеснялась прислать нам свою фотографию. Поэтому мы видим сову на экране. Я не знаю, почему она не прислала фотографию. Может быть, потому что вопрос ей показался слишком прост. Детский вопрос, прямо скажем. Внимание на экран. Помнится в вороне, кра-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, приплал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На деле она взлетела, а может и а может быть на пальму с разбегом забралась и там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать, спокойно собралась. А дальше? Стоп, стоп, стоп. Дальше не надо. Напротив, мы просим вас, уважаемые знатоки, вспомнить, что было раньше. В четвертой строке басни Крылова. Итак, четвертая строка. Минута на воспоминания. Бог послал кусочек сыра. Корона собралась, позавтракала, собралась, да призадумалась. Тихо, ребят, мы просили же. На ту беду лиса близёхонько бежала. Четвертая строчка. Стоп.
вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисица сыр. Причем не то, что нам дали. Потому что это мужчина на основе этой банки. Дай сюда эту штучку. Дело. Где она? Это не... Значит, она взобралась. Это ошибочный вопрос. А, она уже взобралась. Значит, четвертая строчка. Строфа четвертая, не строка. Строчка. Строчка. Коронники какой поставил кусочек сыра. Раз. Она взобралась. Нет, стоп. Варенька была сильно плохо. Варенька была взобралась. Да призадумалась. Я в другой строчке. Да. А сыр во рту держала. Вот, по-моему, четвертая строчка. А сыр во рту держала. Да. Что-то очень просто, ребята. Задумалось, это, по-моему, не ребята, на знание басни. А сыр во рту держала. А сыр на знание басни тут и отвечает. Это Гитлева. Причем, что нам прислали-то? Что ты прислал? Это не ошибка. Это ошибка. Ошибка. Прислали по ошибке. А сыр во рту... Призадумалось. Прошу ответ на этот детский вопросик. Коля отвечает. Коля отвечает, пожалуйста. Да, отвечает Коля. Мы сейчас обсудили басню Крылова. Но как помним мы ее из курса средней школы, она начинается так. Воронье где-то бог послал кусочек сыра. На ель ворона взобралась, позавтракать уже было собралась, да призадумалась. И вот четвертая строчка начинается так. А сыр во рту держала. А сыр во рту держала. Да. Я действительно просил четвертую строку. А так сыр что, во рту держала. Да, а сыр во рту держала. Она бы держала этот сыр, если бы вы точно знали эту детскую басню. На самом деле, это редкая басня, она начинается моралью, а не заканчивается ею. Итак, уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна вредна, но только все не фрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. А теперь четвертая строка, вороне где-то, вот, послал кусочек сыру. Пора бы знать то, что проходили среди соли, помните? Вадим в пользу команды телезрителей. А приз уходит в город Нижний Тагил. Мы остаемся. Да. Ну хорошо. Ну что ж так, а? Опростоволосили совсем? Мы чувствовали какой-то подвох, мы чувствовали. Но действительно, видимо, память подвела здесь. Ну, я мог бы рассказать всю эту басню от начала до конца, но без морали, конечно. Начинаем. Четвертый раунд. Ирина Чнёнова в прошлом сезоне потерпела поражение, но проявила настойчивость, прошла вместе с новичками отборочный тур и снова в игре. Сектор 42. Сектор 42. В четвертом раунде против клуба знатоков играет Светлана Щеголева, город Иваново. Внимание. Внимание! Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Недаром имя, данное мне, значит желание. Желанием томим, молю тебя, возьми меня в придачу ко всем другим желаниям твоим. Итак, сам автор назвал свое имя, ну а вы через одну минуту назовите его фамилию. Минута на размышление. Перевод. Желание. Перевод. Да, это перевод имени. Перевод желания. Какого языка? Греческого. Греческого. Желание. Так, желание. На английском языке. Да. Нет, ребята, чей стих? Кто написал стих? Чей стих? Дай похож. Похоже чем-то на Лермонтова. Может, что-то восточное? Чем-то? Михаил не может быть желание. Михаил? Нет. Желание. Ну, фамилия требовала. Желание моим, молю тебя, возьми меня в придачу. Желание. Желанием томим. Желание. Амар Хайям может быть. Нет. Так, похоже на Лермонтова. Ты выбрал имя точно. Не надо. Так, ну версии что? Никаких. Может быть, это женское имя, ребята? Нет,
Слушай, а что означает Светлана? Это Лермонтов. Нет, это не надо. Это одна версия. Какие еще есть версии? Это нужно желание. Жуковский нужен. На поверхности. Нет, Жуковского не было четко в русском языке. Имя Жуковского хотел. Василий. Обсуждение закончилось. И сейчас мы будем слушать ответ на вопрос четвертого раунда. Так как у нас спросили фамилию, я отвечаю фамилию. Это Лермонтов. Фамилия это Лермонтов. Ну, а при чем же здесь желание? А у нас спросили фамилию. Вы, по-моему, говорили, что самое главное перевести слово «желание». И действительно, это очень просто. То есть на немецком языке и на английском. Виль. Да, волен. Желание. Виль от Вильям. Сокращенное имя пишется и звучит по-английски как «желание». Мы слушали 135-й сонет Вильяма Шекспира. 3-1 в пользу телезрителей. А книга уходит в город Иваново. Продолжаем игру. Телезрители против знатоков. Идет третья игра сезона 1983 года. 3-1 в пользу команды телезрителей. И мы начинаем пятый раунд. Вы считаете музыкальная пауза? Музыкальная пауза! Сегодня у нас в клубе гости из Таллина. Музыканты считают, что их игра поднимает настроение, повышает тонус. Поэтому они и называют себя витаминами. Поможет ли этот витамин знатокам?
kuida elää. Nyt sellest kaunist ei idu muuja, kun ei leidu. Saada naista mitta, neissä koko yks on itta. Kelles tunnen tyhmä, niin ketä pyytä. Minimaali hinnus kauhaa, kuja röntty saa. Ja rikesti laamu, hakku täällä toinen. Один в пользу команды телезрителей. Пятый раунд. Сектор номер 40. В этом секторе лежало письмо инженера металлурга Юрия Петровича Уральского из Свердловской области. Вы знаете, уважаемые знатоки, есть одно растение, которым можно лечить ушибы у животных. Это растение привязывают к ушибленному месту, и боль проходит. Во всяком случае, так утверждает византийская энциклопедия X века, Геопоника. Другой, не менее авторитетный источник утверждает, что это растение полезно не только животным, собакам, кошкам, мышам, но и людям от детского до пожилого возраста. Итак, что же это за растение? Вы ответите через одну минуту. Подорожник. Первый это солнышко приходит в голову. Подорожник влажный. Зверобой. Калентула. Нет. Ромашка. Чистотел. Будем перебирать, ни к чему не придем. Понял. Ребят. Что там? Ну, привязывай, оно раны затягивает. Так, так стоп. Обезболивающие средства. Византийская энциклопедия, это растение должно быть известно давно. Из каких растений? Что может быть? Что? Может быть, это корень женьшеня? Нет. Нет. Кошкам и собакам женьшеня мы корень вряд ли привязываем. Пелена. Нет, перебор. Так, подорожник. Византийская, ребят, византийская. Это растение, там подорожник не вообще. Не ушибы, а порезы и загноения. Да. Это все равно. Бодяга. Бодяга. Это не растение. Такое. Но это не растение. Нет, это растение, но это болото. Ромашка. Ромашка. Может, календула? Так, что это что-нибудь такое фигняющее? Нет, не буду задать такой вопрос. А календула? Нет. Давайте календула. Календула похожа. Мы просим ответ на вопрос пятого раунда. Что это за растение? Пожалуйста. Простите, обсуждение закончилось. Кто будет отвечать? Я. Капитан команды отвечает. Так, у нас было многочисленное количество версий, но мы остановились все же на подорожнике. На подорожнике. Ну что ж, вы считаете, что этот вопрос должен был проверить, ну, ваше знание лекарственных растений? Нет, конечно, я так не считаю. Да? Вы так не считаете? А вам не показалось странным, что этим растением интересуются, судя по вопросу телезрителя, собаки, кошки, да, мыши, старики и даже дети? Какой странный набор. Внимание, ответ Юрия Петровича Уральского. Итак, детка за это растение, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку. Вытянули репку телезрители. Спасибо.
Счет становится 4-1 в пользу телезрителей. А приз уходит в Свердловскую область. А почему оно при Мурсимах-то Боря, ты как координатор меня тут не зови. Мы сейчас проведем короткий опрос, почему проигрывают знатоки. Вот так вот слева направо по кругу. Итак, мы сейчас свидетели, сейчас счет 4-1, идет третья игра сезона, а вдруг в предыдущих играх проиграл клуб «Что, где, когда». Ваше мнение, почему так происходит? Вы знаете, я думаю, не случайно. Ведь шли годы, игра не первый год идет. И вот, так сказать, сначала вы адаптировались на таков. Вы выработали у них этой игрой, так сказать, быстроту, реакцию, раскол сознания, коллективизм и все, о чем мы говорили не раз. Но ведь вас смотрят миллионы одних и тех же телезрителей, смотрят постоянно. И мне кажется, что теперь вы начали как бы тренировать и телезрителей тоже. То есть, говоря спортивным языком, уровень игры телезрителей резко повысился. Вот, их, то есть, вот я смотрю, какие вопросы и так далее. Спасибо за вашу версию. Вот давайте здесь спросим. Ваша точка зрения? Мне кажется, тут виноваты вопросы, хотя вопросы в целом стали лучше. Они стали не на знания, то есть вот знаешь или не знаешь, а вопросы с зашифрованным ответом, который надо расшифровать. Но при этом, по-моему, те, кто отбирают вопросы, увлеклись и слишком уводят в сторону, слишком мал вот этот вот зашифрованный ответ. Мала тропинка, да? Мала тропинка, слишком шифр. Для вас мала тропинка. Для нас понятно. Мала тропинка. Так, Мила, вы снова в клубе знатоков, у вас есть 15-й номер. Вспомните свое поражение и сравните вопросы прошлого сезона и эти вопросы. Вы знаете, я считаю, что вопросы просто настолько хорошие, что мы уже для них недостаточно хороши. Спасибо. Ваше мнение? Абсолютно согласен с Милой. Саша, вы уже, по-моему, без игрового номера. Но, естественно, в нашем клубе мы надеемся на то, что вы будете играть в дальнейшем. Ваше мнение, почему проигрывает клуб? Слов нет. Ваше мнение? Клуб проигрывает, потому что не собрались ребята. Вопросы нетрудные. Вопросы нетрудные? Нетрудные. Ваше мнение? Надо различать два предыдущих поражения и, так сказать, как протекает игра сегодня. Как мне кажется, первые две игры были, поражения в первых двух играх во многом были связаны с плохой организацией игры у сидящих за столом. Это, так сказать, вот деление на тройки привело к утрате важнейшей фигуры, от которой во многом зависит успех игры. Это фигура капитана или более точно диспетчера и организатора обсуждения. Это очень интересная мысль. Вот я хочу сказать такую мысль. Когда отвечают на вопрос, надо еще учитывать другой план. Зачем задан этот вопрос? Вот, скажем, вопрос с басни Крылова. Классический вариант, они просто не задали себе, как бы не встали в позицию стороннего наблюдателя. Это очень полезно, когда вот отвечаешь на такого типа вопроса. Два вопроса они проиграли. Вот вопрос с подорожников, когда они ответили, и вопрос с басни Крылова, они проиграли именно поэтому. Они, психологически. Психологически чисто. Они не поняли, не поставили себя в позицию, вот в рефлексивную позицию. Как же избавиться от этого? Есть какой-то рецепт у психологов? Есть. Дело в том, что самый важный так называемый ситуационный анализ. Дело в том, что всегда в вопросе все-таки имеется некоторое наведение. Сама простота вопроса должна была заставить задуматься. А сами вы знали? Нет, я тоже думал. Так же, как и за таким. Ну, спасибо. Мне кажется, что причина блистательного поражения знатоков в том, что
утрачен сам смысл. Минута на размышление. Минута на размышление превратилась просто-напросто в минуту на вспоминание, на отыскание уже известного готового ответа, который знали раньше. И вместо, как раньше говорили, мозговой штурм, вместо мозгового штурма игра превратилась в штурм мозгов знатоков. Они усиленно штурмуют собственные мозги в поисках правильного ответа. Просто произошло то, что они, значит, подобрали оптимальный не психологический коллектив, а просто своих хороших друзей. И я никого не хочу обидеть, но ведь главное это, вообще говоря, честь клуба и общее дело. И поэтому тут надо выбирать таким образом, чтобы был коллектив работоспособный. Тут есть психологи, вот есть психологи хорошие, так сказать. У нас свои знатоки есть психологи. Можно было посоветоваться, пригласить, собрать действительно работоспособный коллектив. Вот мне кажется, что не было именно этого. То есть были возможности выиграть, но они просто не были... Были упущены. Были упущены по организационным, элементарные организационные моменты были упущены. Спасибо. Ну и теперь последний вопрос к вам. Вы прошел месяц, вы проиграли, у вас было второе поражение в сезоне. Теперь вы можете спокойно проанализировать и посмотреть на игру своих товарищей. Почему у вас сейчас нет игровых билетов? Почему вы проиграли в прошлом месяце? Единственное, что я хочу сказать, я хочу очень сейчас пожелать этой девятке, чтобы они не потеряли веры в себя. А вы почему проиграли? Потому что... Потеряли. Спасибо. Ваше мнение? Я думаю, что они действительно немножечко недооценивают нынешних телезрителей. Действительно, вопросы, которые телезрители задают, оказываются слишком простыми. Вернее, они ищут простой ответ, забывая, что телезритель стал не так прост, как нам бы хотелось. Спасибо большое. Внимание. Идет третья игра сезона 1983 года. Счет 4-1 в пользу телезрителей. Игра трудная для знатоков. Мы начинаем шестой раунд. Сектор 28. За команду телезрителей играет шофер Владимир Сафонов, город Москва. Уважаемые знатоки, вы, наверное, знаете, что древние викинги совершили в свое время множество великих географических открытий. Говорят, что даже Америку они открыли задолго до Колумба. Как вы думаете, какое отношение имеет к этим открытиям вот тут лежащий перед вами маленький кристалл? Минута на размышление. Попробуй на вкус вначале. Может, это соль? Жужжит соль. Исландский шпак. Исландский шпак. Шпат. Зачем он был нужен? Зачем он был нужен? Исландия, это Исландия. Они же Гренландию туда. Вот подожди, они же Америку, он сказал же. Америку до Колумба задумал. Какое отношение к этому открытию? Может, талисман какой-нибудь? Мифология какая-нибудь? Может, вот? Оптические свойства. Исландские шпаты, все. Исландские шпаты, все. Исландские шпаты, оптические свойства. Ты это имеешь? Викинг. Ребят, не могли из него столь получать как-нибудь? Нет, нет, это не столь. Итак, ответ у знатоков. Прошу вас. В таком случае, единственная версия, которая нам приходит на ум, это Исландия, где находится этот исландский шпат, была открыта по дороге в Америку. Мимо нее они проехать не могли. Понятно.
Хотя была версия во время обсуждения, что, очевидно, должны были быть использованы оптические свойства. Действительно, перед вами кристалл-поляризатор. Через него можно видеть солнце даже в пасмурный день. Вы знаете, викинги путешествовали по северным морям, там очень часто пасмурная, плохая погода. Кристалл-поляризатор помогал викингам ориентироваться в океане. Счет становится 5-1. Такого счета еще не было, по-моему, в этом сезоне, да и в прошлом сезоне ни разу. 5-1 в пользу телезрителей. И Владимир Сафонов получает книгу. Продолжаем игру. Мы берем тайм-аут. Вы просите тайм-аут? Да. Тайм-аут. Есть поступило предложение. Подождите, поступило предложение. Камурин, Петрунько, Перилов. Минуточку, вы берете вдруг? Подождите, предлагают нам помочь. Я считаю, что надо взять. Два раза не брали, проигрывали. Тактика себя не оправдала. Мое мнение, остаться именно в этом составе, что сейчас за столом. Можно? Так, ребята, за свои действия мы... Можно сказать? Поздно вырабатывать. Ребята, мы имеем право сейчас попросить играть с вами. Я считаю, два раза. Так. Простите, тайм-аут окончен, и поэтому я имею право задать вам вопрос. Согласно нашим правилам, вы имеете право попросить включение новых сил, да, новой тройки, которая бы сломала ход игры. Но сейчас счет 5-1. Вот давайте посмотрим, да. Счет критический, 5-1. То есть даже если эта тройка войдет, то она рискует вылететь, потому что иначе ей придется подряд выигрывать 5 очков. Как вы решаете, как капитан, будете подвергать опасности еще одну тройку или нет? Тройку со стороны мы подвергать опасности просто морально не имеем права. Вы так считаете? Да. Не спортивно. Это не спортивно. Но, так как счет критический, мы обращаемся с просьбой разрешить нам хотя бы одну игру сейчас сыграть девятером. В нашем полном составе. Я понимаю. Я понимаю, но я, к сожалению, нет, а тут думать нечего, это не входит в условия игры. Еще раз подчеркиваю, вы можете взять или попросить клуб дать вам, пригласить для вас новую тройку. Четвертую тройку. И тогда в случае проигрыша все уже не 9, а 12 игроков вот на этот стол положат свои игровые билеты. Простите, пока вы думаете, я даю вам еще 2 минуты. Это единственное, что я могу для вас сделать. А сейчас я спрошу мнение совета клуба по поводу этой ситуации. Я могу сказать, что, несмотря на сложную ситуацию, нашлись из числа старых троек, три, которые готовы поддержать ребят в этой ситуации, готовы сесть за стол, предложить свои усилия. И рискнуть так-то своим пребыванием в клубе. Своим пребыванием в клубе ради того, чтобы вытянуть игру. Это очень трудно. Это очень трудно. И может быть, как раз то, что такие тройки есть, это хорошо. Да, это хорошо. Какое кстати, будет принято как решение, не кто во главе значит, этих троек? Во главе этих троек один член совета. Андрей Камурин. Простите, я тогда прерву интервью. Камурин. Ну как же вы рискуете? Так счет-то критический. Ребята играют... Вам придется выигрывать 5 раз подряд. Да, такого еще не бывало, мы это тоже знаем. Но когда-то надо начинать. Мы, конечно, рискуем. Если они возьмут нашу помощь, конечно. Мы, конечно, рискуем, но... Желание выиграть 6 раз подряд. Что может быть прекраснее этого? Прекрасный риск. Да. Ну, а ваши товарищи по тройке вас поддерживают? Естественно. Ждем решения клуба. Пожалуйста, капитан команды. Так, наше решение. Остается те, кто был на последнем вопросе. То есть вы пополнение... Не берем. Не берете. Седьмой раунд.
Музыкальная пауза, вам повезло. Счет 5-1 в пользу телезрителей. Победит команда, первая набравшая 6 очков. Сектор номер 6. Ереван. Да, Ереван. Против знатоков играет Григорий Аветисян. Внимание на экран. Внимание! Вопрос. Эти прелестные куклы воскрешают в нашей памяти события в персидской крепости Сардаракана. Об этом событии вы расскажете нам
через одну минуту. Может быть, Грибоедов? «Горе от ума» — первая премьера. Состоялась где-то в тех краях. Еще есть. Думаешь, да? Да. Нет, в тех краях, это точно. А похоже, одежды? Да. Одежды это как раз свежие версии общества, да. Нет, премьера где-то там состоялась, не в центре. Может быть, да, потому что... А чьи фигурки там были? А фигурки были одеты в старорусские одежды, но... Старовоенные. Слушай, старорусские одежды? Еще одновременно в этом, как в азиатском. В азиатском только фрески были. Одежды? А одежды были именно фраки, главы. Давайте дальше. Это версия Сергея. Исторические события. Да, какие исторические события? Могло быть, нет? Это 19 век. Смотрите, женщины... А может, это присоединение Персии, допустим? Женщины там при чем? Присоединялись, когда... Горе от ума женщины. При Персии они... Горе от ума, да, это конечно же стоило. Горе от ума, да, Горе от ума. Так, это была общая версия. Так, а почему его запретили? Почему он был там? Он посол, он... Простите, пожалуйста, обсуждение я заканчиваю. И сейчас мы ждем вашего ответа на вопрос, что же происходило? Там происходила первая премьера великой комедии известного русского дипломата Грибоедова. «Горе от ума». «Горе от ума». Вы считаете, да, что премьера этой комедии проходила в персидской крепости Сардаракана? Эти куклы выставлены в Ереванском музее в декабре 1827 года в старинной крепости Сардарахана. При участии сосланных туда декабристов и самого автора состоялось первое представление «Горе от ума» Грибоедова. Вторая победа клуба «Что, где, когда». Простите, пожалуйста. А вот у меня к вам вопрос. Критическая ситуация. Знатоки проигрывают. Мы ж говорят, что имеют право тайм-аут. И не говорили сколько раз. Один раз. На тайм-аут один раз вы имеете право, да? Еще раз. Послушайте, судя по вашему лицу, вы так разволновались, что и не поняли, выиграли вы этот раунд или нет. Я ошибаюсь? Нет, я не понял, что вы там собираетесь отвечать. Я, в общем-то, про Грибоедова, то мне было ясно. Ну теперь вы поняли, что вы заработали очко? На экран нет. Посмотрели, стало ясно. Ну вот, тут ясно. Меня удручает, в общем-то, черный фон, вот это пятерки, ну ничего. Ну я желаю вам успехов и в следующем раунде. Продолжаем игру. Счет становится уже 5-2. Пока еще в пользу телезрителей. Внимание, 8-й раунд. Сделай. 44. 44-й сектор. Внимание. Врач из города Иваново, Ирина Федоровна Никитина против клуба знатоков. Внимание, несколько строк Киплинга в переводе Маршака. Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их. Вы скажете, как зовут этих слуг, через одну минуту. Тем более, что они и ваши слуги, уважаемые знатоки. Минута на размышление. Зовут их что и почему?
почему, что-то когда, и как, что-то когда, и где. Еще шестой, ребят. Нет. А зачем? Что и почему? Зачем, когда и где? Еще какое должно быть слово, почему? Ребят? Шестерка. Шестерка. Что и почему? Называй еще. Зачем? Когда, что-то и как, и где. Вот так. Ну, сейчас очень сложно восстановить. Затем и что и почему. Так, давайте на большинство. Нет, какие еще можно придумать? Что еще есть? Еще? Давайте, что и почему? Зачем, когда и где? Какие еще слова? Как? Что, как, почему, зачем, как, почему, что, как, и почему, зачем, что, как, почему, зачем, когда и где? Нет, что, как, и почему, зачем, когда, без и. Что, как, почему, зачем, когда и где? Правильно. Ну, Коля, я знаю. Да, нет. 4, 5, 6, все. Орел ты. Что, почему, как, зачем, когда? Нет, что, как, что, как? Написал. Если можно. Прошу ответ клуба знатоков на вопрос восьмого раунда. Отвечать я сейчас начну. Я прошу вас три строчки повторить вначале. Я продолжу. Пожалуйста. Есть у меня шестерка слуг проворных удалых. И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их... Что, как, почему, зачем, когда и где. Слова, с которых начинается любой процесс познания. Как и почему, кто, что, когда и где. Во всяком случае, отличная победа по очкам! Продолжаем игру. А сейчас 9-й раунд. Пожалуйста. 13-й сектор. Но интересно, для кого он будет счастливым. Академия наук, ребят. Академия наук. Журнал «Квант» и его главный редактор, академик Кикоин, против клуба знатоков. Серьезная заявка. А сейчас мы просим внимания на экран. Сектор номер 13. Да, обязательно. Да, братцы. Пока в люке сидел, все было нормально. Не жарко сейчас? А я уже захолодился. Уже захолодился? Ага. Вначале было жарко. Руки не устают на сжатие плечами? Устают вот в сгибе кистей. Вот устают немножко? Немножко устают, да. Ну ничего, зато интересно. Конечно. Внимание! Высота более 300 километров. За бортом космического корабля Солнце нагрело атмосферу до 1000 градусов. Тем не менее, в кабине корабля нормальная комнатная температура. Космонавты чувствуют себя отлично. Аппаратура работает в нормальном режиме. Уважаемые знатоки! Как совместить эти два факта? Раскаленную до 1000 градусов атмосферу и нормально работающий космический корабль. Почему космические корабли не сгорают? Верхняя стратосфера, страшно разряженный воздух. Не нагревает. Да, нет, он и так уже имеет там температуру такую, понимаешь? Корабль сначала падает, потом растет, там тропосфера, мезосфера, там различные. Да, очень разряженный воздух, понимаешь? Даже у электрона есть температура. Понятно, понятно. Понятно. То есть очень разряженный воздух. Излучение корабля преобладает потом. Отражение, да? Нет. Над тем, который... Охлаждающий там идет жидкость. Нет.
нет, он там долго крутится. То, что равновесие нормально, там излучает сколько больше, подожди, чем... Совершенно верно. Он излучает излучение абсолютно черного тела. Да, то есть он не только нагревается, он излучает. Энергии молекул. То есть, во-первых, газ разряжен, во-вторых, корабль излучает. Ты сможешь дальше? Нет, ну... Еще какие-то варианты? Какие еще варианты? Может быть, отражение там, еще отражение. Отражение, первое. Теплозащита, отражение. Это излучающие пластины, не надо. Так, значит, тогда отвечаешь ты. Как совместить высокую температуру? Это вот именно первое. То, что разряженный газ, второе. Не надо. Итак, разряженный газ не забудь. Шестерки знатоков. На вопрос журнала «Квант» и академика Кикоина. Прошу ответ. Обсуждение прекратилось. Мы не обсуждаем. Пожалуйста. Так, для космического корабля не страшна такая высокая температура, поскольку газ разряжен, и корабль, он не нагревает. Спасибо. Ответ академика Кикоина. Да, действительно, на таких высотах атмосфера раскалена до 1000 градусов. Но поскольку атмосфера разряженная, плотность настолько мала, что она практически не взаимодействует с космическими кораблями. Поэтому опасность подстерегает корабль только в более низких плотных слоях атмосферы. Победа клуба знатоков! Одно очко отделяет клуб «Что, где, когда» от телезрителей. Счет 5-4 в пользу телезрителей. И сейчас мы начинаем 10-й раунд. Сектор номер 46. 10-й раунд против знатоков ведет инженер Ольга Быканова. Воронеж. Внимание. С кем она, собачка? Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуяв, плетется рысью как-нибудь в бразды. Ну и так далее. А почему, собственно, крестьянин торжествует, спрашивает Ольга Быканова. С каким значительным событием связано его торжество? На ее вопрос вы ответите после минуты размышления. Ребята, уже первый снег. Юрьев день. Так, какой-нибудь ребят, такой. Покров. Нет, Юрьев день, это было... Покров осеннего свадьбы, это не зима. Нет, на первый снег выпал. Я вас спрашивать не буду, может быть, снег выпал. Это праздник, вот что-то в таком духе. Слушайте, может быть, 61-й год? 1861 год? Может быть, у него дороги замерзли, он наконец заменить себе бы дровнями. Обновляет путь, ребята! Это есть версия одна, есть версия. Грязь? Что человек заменял дровнями, наконец. Вопрос какой был? Почему крестьянин торжествует? Потому что выпил первый снег, он на дровнях, а поляна кроет. Какой-то праздник, вот понимаешь, типа Юрьева дня. Ну, это интересная подсказка. Если ее увидят за столом, мне придется прекратить игру. Потом урожай собран уже к этому времени, наверное. Урожай собран. Простите, но я должен требовать. Ответ клуба знатоков. Почему крестьянин торжествует? С каким событием связано его торжество? Мы считаем, что это событие связано непосредственно с текстом стихотворения. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. То есть выпал первый снег, и теперь он меняет эти дровни, он может ехать в лес, убирается, распутится, поля, снег покрывает поля, то есть... Что то есть? Ну выпал первый снег, с этим выпал первый снег. Покров снега первый, да. И праздник покрова. Так, минуточку. Одну секунду.
Следовательно, грязянин торжествует, поскольку он, как вы сказали, кончилась распутица, и он может на дровнях обновить свой путь. Да, 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 совершенно верно. Ваш ответ понятен? Да, но не верю. Если мы вспомним предыдущую главу Евгения Онегина, помните, в тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе на третье в ночь. По народной примете 3 января последний срок. Если снег выпадет до 3 января, не погибнут озимые. Будет богатый... Я сказал, что поля покрыл снег. Да, поля покрыл снег. И легче обновлять путь, легче ехать. К сожалению, вы не связали торжество крестьянина с видами на урожай. Нет, к сожалению, не сказали. И сейчас мы попытаемся доказать это. Внимание. Мы считаем, что это событие связано непосредственно с текстом стихотворения. Земля, зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. То есть выпал первый снег, и теперь он меняет эти дровни, он может ехать в лес, убирается, распутится, поля, снег покрывает поля, то есть... Что то есть? Ну, выпал первый снег с этим... Выпал первый снег. Покров снега, первый, да. И праздник покрова. Ну вот... По-моему, все ясно. И поэтому я вынужден, к сожалению, отдать 6-е очко телезрителям. Игра закончена. 6-4 в пользу команды телезрителей. Внимание, уважаемые телезрители! Сегодня мы стали свидетелями еще одного, третьего по счету поражения знатоков. 27 членов клуба уже лишились своих игровых билетов. Не скрою, многие, очень многие из вас в своих письмах требуют вернуть в клуб полюбившихся знатоков. Но как в этом случае быть с правилами игры? Как освобождать места для новичков? Поэтому мы решили присоединиться к другой группе телезрителей, предлагающей дать проигравшим хотя бы один шанс для возвращения в клуб. Итак, в апреле состоится матч-реванш для проигравших знатоков. Сейчас мы с вами вспомним всех проигравших, и 9 из них, 9, по вашему выбору, получат право на матч-реванш. Итак, первая игра сезона 1983 года. Потеряли право на игру Борис Еремин, Владимир Гутовинов, Сергей Ильин. Вот он на экране. Андрей Гурков. Петр Братышев. Константин Анохин. Сергей Дубов. Борис Черных. И Яков Нерсесов. Как же мы узнаем, кого вы выбрали для участия в этом матче? По вашим письмам? Нет, не по письмам, а по открыткам. На одной стороне открытки вы должны указать наш адрес. Вот этот адрес, запомните его. На другой стороне вы должны написать фамилию знатока, которому вы решили предоставить право на матч-реванш. Только одну фамилию. Это и будет ваш голос в его пользу. Второе поражение знатоков. Проиграли. Александр Седин.
Никита Шангин. Александр Друзь. Елена Хандогина. Людмила Строганова. Ионас Малинаускас. Нурахмет Латыпов. Юрий Данияров и Владимир Аульченко. Новичок Александр Рубин. Ирина Чиненова, Виктория Кравченко, Елена Демиховская, Сергей Пестов и Ян Валетов. Перед вами прошли 27 проигравших знатоков. Напоминаю, что 9 из них по вашему выбору смогут участвовать в матче-реванше, который состоится в апреле перед финальной игрой сезона.